Я понимаю, какие вот что у вас вы используете, но это другую цель хотят достичь, понимаете? Потому что если с подъездной тележкой, тогда учитывать надо, с каким усилием она подъезжает еще. Куда надо сенсор поставить? Там надо сенсор уже поставить. Там надо какой вес? Какой вес? Надо тогда свешивать каждого спортсмена, потому что это будет искажать адрес. Здесь это фиксированная точка, хорошо. Здесь, конечно, который не такое дело, он меньше будет, но все равно можно сравнить. Но это хорошо тестировано. Нет, и работать. Можно работать вообще без компьютера. И это дешево. Это 1700 с компьютером.